открытым оком. Тема «Обращение ко Христу», 7-й том, вопрос 1915. Не просто избавиться от мирских навыков. Как святые могли сразу отстать от того, чем жили долгие годы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь труд и внимательность, доверие к совету добрых людей. Исаия, 46 глава, 10 стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. 2 Маковейских, 13 глава, 13 стих. Выйти и решить дело с помощью Господа. Житие Арсения Великого, 8 мая. Старец сей удержал одну привычку из своей мирской жизни. Именно иногда он, садясь, полагал ногу на ногу, что могло показаться не совсем благопристойным. Некоторые братья видели это, однако никто из них не осмеливался сделать ему какое-либо замечание, потому что весьма уважали его. Но только один старец, Савва Пинин, сказал братьям: «Пойдите к Авве Арсению, я сяду при нем так, как иногда садится он. Тогда вы сделаете мне замечание, что я нехорошо сижу. Я стану просить у вас прощения, вместе с тем мы исправим старца». Они пошли и сделали так. Преподобный же Арсений, поняв, что так неприлично сидеть иноку, оставил свою привычку.